эксцентриссимо. Новогодний стол средней кировской семье обойдется примерно в 5000 рублей. А богатые столичные жители и не такую сумму за праздник готовы проесть. В этом году входные билеты на 31 декабря в люксовые рестораны Москвы стоят чуть ли не миллионы. Например, Новый год в стиле сериала «Игра престолов» в одном из заведений, похожем скорее на музей, чем на место, где все веселятся, можно отметить за 29 тысяч рублей. Ребенку. Взрослому придется немного добавить, еще 1040. А можно за 2 миллиона арендовать зал на 20 персон и красоваться перед ними в костюмах кланов популярного сериала, вести светскую беседу во весь голос под живого Валерия Меладзе, свистеть Светлане Лободе и всячески проявлять другие достоинства, присущие нашим лордам и миледи. Классика нынче ценится дешевле. Побыть накануне 2018-го пушкинским героем можно за 40 тысяч всего. Один из ресторанов русской кухни устраивает вечер в духе Евгения Онегина. Глядя на столицу с высоты башни в Москва-Сити, можно будет закусывать президентское обращение авторским оливье из запеченных кореньев с королевским крабом и икрой за 1100, уплетать за обе говяжьи щеки с репой за 1500 и лакомиться эстерхази из свеклы за 500. Но справиться с этим придется до утра. Растянуть ресторанный новогодний стол на 2 дня, в отличие от домашнего, не получится. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.